Впервые в Новосибирске прошла открытая тренировка по паркуру. Организаторами такого проекта выступили ребята из Питера. Именно они и приехали в Новосибирск, чтобы поделиться с сибиряками наработанным опытом. Задача открытых семинаров не только научить представителей сообществ новым трюкам. Быть сильным, чтобы быть полезным – таков девиз питерских трейсеров. Реализуется огромное количество социальных проектов. Это работа с колонией для несовершеннолетних. Это работа с реабилитационным центром для трудных подростков или для подростков из трудных семей. Это добровольческие пожарные дружины. Таким образом, вспоминая о том, что один из основных лозунгов паркура – это быть сильным, чтобы быть полезным, ребята постоянно стремятся принести какую-то пользу городу, и город видит необходимость и возможность для того, чтобы развивать соответствующую инфраструктуру для них и полностью их поддерживать. Кстати, весной в Новосибирске построили новую площадку для трейсеров. Теперь молодым людям не придется осваивать заброшенные стройки. Это не спорт, говорят участники проекта. Это новая дисциплина, которая позволяет найти гармонию между телом и духом, чтобы приносить пользу обществу. Развиваюсь как бы физически, ну и духовно. Там как бы большая часть философии в паркуре. Все основатели как бы дают большую часть философии. Смелость, сила, вот это все упорство развивается как человек. Он как бы познает себя, на что он способен. Вологда, Иваново, Ярославль, Владимир – это лишь десятая часть городов, в которых побывают питерские трейсеры. Следующими после Новосибирска станут Красноярск, Челябинск, Барнаул. Путешествуют питерцы на двух машинах – дом на колесах и маленький грузовичок. Турне продлится до 18 августа, после чего ребята вернутся на родину и подведут итоги.